Порядок, Деврин. Что дальше? Помоги мне разнести весть. Мы передаем сигнал беженцам из города, чтобы сообщить им, что на ферме они будут в безопасности. Надо сделать так, чтобы его услышали все и всюду. Размести несколько усилителей сигнала по всей территории, чтобы его могли услышать все. Должно помочь. Один узел начал работу. Похоже, сигнал уже усилен. Быстро, однако. Так, подожди. К тебе идет еще одна группа падших. Не расслабляйся. Гибель того капитана под церковью выманила остальных падших. Они не оставят нас в покое. Надо проследить, чтобы сигнал не терялся. Советую побыстрее поставить второй узел. Когда-то здесь было так спокойно. Это первые падшие, которых я увидела после нападения Кабал. Как похоже на город. Вы пытались избавиться от дрэгов навсегда. Ради нашей же безопасности, да? Знаешь, есть такое место, из которого нельзя уйти. С высокими стенами и множеством охранников. Угадай, как оно называется. Я просто к тому, что на ферме нет стен. Можно приходить и уходить, когда захочется. Давай сделаем так, чтобы сюда мог прийти любой. Хорошо, страж? Принимаю усиленный сигнал и какие-то странные отзвуки. Падшие очень настырные. Держу пари, они понаставили тут глушилок. Thank you.
Это что, мешок с жестянками? Как думаешь, зачем им все это оборудование? Можно сделать большую жестянку из кучи маленьких.